Икона от полицейских. Такой необычный подарок сотрудники 2-го отдела полиции Октябрьского района Красноярска преподнесли Свято-Успенскому мужскому монастырю. На иконе изображен Георгий Победоносец, поражающий копьем змея. Как рассказали силовики, их выбор не случайен. Святой Георгий считается покровителем всех воинов. Писали икону в Новосибирске 4 месяца. Причем над ней работали те же мастера, которые расписывали новый храм в честь Божьей Матери Всецарицы, который откроется на территории монастыря 4 декабря. Поэтому все выполнено в едином стиле 14 века. А оклад для иконы делали уже в Красноярске. Сделать такой необычный подарок монастырю полицейские решили накануне своего профессионального праздника – Дня сотрудника внутренних дел, который отмечается 10 ноября. Заказывали икону за счет личных средств силовиков. После открытия нового храма икона будет храниться там. Это восстановление исторической справедливости, а также благословение тем сродникам, может, которые когда-то ошиблись на своем жизненном пути. Ведь дар церкви и дар Богу, он покрывает грехи не только нас, но и наших родных, которые уже ушли в мир иной. И мы за них творим добрые дела. На этой иконе изображен Георгий Победоносец. Это покровитель всех людей, которые стоят на страже государства российского. А мы стоим на страже государства российского. Никакой секрет, что мы принимаем участие в боевых действиях, наши сотрудники, что ежедневно рискуют своей жизнью, выходя на службу. Вот. И решение возникло в том, чтобы они возвращались домой. И возвращение к духовности, оно действительно, я считаю, первостепенное, первоначальное. Если человек духовен, значит, он и в поступках будет во всех своих добр, духовен, справедлив.